Ребята, всем привет! Сегодня у меня короткий ролик, и я буду открывать вот этот вот пак. Я накопил, у меня как раз ровно 15. Ну что ж, давайте откроем его и посмотрим, какой игрок нам выпадет. Сейчас. Нам выпадает Шакири 92-го. Давайте посмотрим на его сосычки. Ну, скорость 105 и ловкость 105. Хорошо. Удар 93. Так, что тут у нас? Ускорение 108. Так, какие у него разворотные 60? Озеро. Ну, в принципе, неплохо. Да, блядь, сосов не надо. Далее. Ну, вот, в общем, так. В общем, так. Если вам понравился этот видеоролик, и вы хотите еще, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. На всем хорошего настроения, всем пока и удачи!